Друзья, всем привет! Сегодня сделаем подборочку, одну сделаем новую идею, а три небольшие старые. Что получится, давайте посмотрим видео, много говорить не буду. Всем приятного просмотра, поехали! Для первой идеи нам понадобится вот такая вот банка. Но это не обязательно из-под тушенки, просто у меня попалась из-под тушенки. Будем делать из нее. Первым делом отмечаем по кругу. И отрезаем. Края обтираем об наждачку, чтобы не порезаться. Взял картонную бумагу от коробки. И теперь плотно сворачиваем. Вставляем в баночку. Смотри, почти четко просчитал. А теперь взял обычные парафиновые свечи, нарезаю их. Достал фитильки, вставил их и снизу поджал. Теперь заливаем. Даем впитаться и остыть. Воск высох. Самое долгое было в этом изделии — это высыхание воска, застывание. И как понимаете, у нас получилась такая вот вечная свеча. Я даже видел, когда просто бумагу поджигают, и она очень долго горит. Практически, считай, вечный источник огня. После того, как фитильки догорают, подходит ближе к картону, начинает загораться картон. И будет гореть картон, и он будет гореть очень долго, потому что он весь находится в воске. Сейчас посмотрим, сколько теперь света дает нам. Уже сразу, да, освещение, прям все вон видно. Друзья, получилась вот такая вот вечная свеча. Ну, не вечная, но долго-долго-долго играющая. То есть, он теперь уже и руку не поднесешь, она сейчас разгорается, еще больше разгорится, и будет гореть очень хорошо. Можно поставить железную баночку сверху, сделать на ней отверстие, и будет вам еще как бы отдавать тепло, еще больше. Видите, да, разгорается. Ну, а мы поехали дальше. Еще одна идея, как продлить жизнь обычной свече. Берем баночку маленькую. Капаем воск на центр банки и ставим свечу. Теперь берем обычное растительное масло и заливаем. Теперь свеча будет гореть в 3 раза дольше. Свеча уже горит, я не знаю, сколько времени, и я думаю, она будет еще дольше гореть. А смысл какой? Теперь можно взять ее просто... Это все проверено временем, это как старая лампадка. Теперь можно затушить... И закрыть крышечкой. И поставить. И также потом открыть. И зажечь. Но я хотел еще вернуться к нашей старой свече. Первой. Смотрите, какое пламя. Она у меня
горит до сих пор. Ну, там, видимо, с водичкой, потому что пшикает воск. Но пламя вообще, конечно, не сравнить с этим. Мне вот эта свеча, конечно, прям очень-очень нравится. Я думаю, ее хватит очень надолго. Все, едем дальше. Здесь сейчас сделаю отверстие побольше. Теперь возьмем, я думаю, у всех есть пустые баллончики из-под краски. Метим примерно 5 сантиметров. Ну, на всякий случай, мы здесь сейчас сделаю одно отверстие. Сделал небольшой вот такой вот шаблончик на три части. То есть берем вот так вот примерно, тут 2 сантиметра от верха, выставляем шаблон. Так, выставили, теперь маркером все это обводим. Понадобится еще вот такая вот баночка. У меня, в моем случае, это из-под конфет, может быть, из-под кофе. А теперь на банку прикрутил это через сантехнические гайки. Сделал таким образом. Хитрость тоже. Пропилил, сделал пропил, чтобы можно было отверткой закрутить все это. Потому что здесь расстояние минимальное. Так, теперь берем нашу вторую часть и будем сейчас насаживать ее сверху. Получилось почти идентично. Берем часть, которая была передняя, и отпиливаем кусочек. Теперь вставляем все это дело вовнутрь. Так, вставили вовнутрь, и теперь хорошенько замазываем эпоксидной смолой. Пока смола сохнет, сделал вот такие вот два отрезочка из болта восьмерки, просверлил сверлышком на 4. Так, вот плунжерончик, который у нас от горелки, от родной. Сейчас на него при помощи вот сантехнического геля теперь накрутим гаечку М6. На болте, который не М8, а М6. И вкрутим его вовнутрь. Второй также наносим гелем. Берем горелочку и вкручиваем сюда. Теперь берем термоусадку, отрезаем кусочек. Надеваем ее сюда. Ну, как всегда, берем зажигалочку. Теперь берем силиконовый шланг. Он у меня шестерочка, он хорошо плотненько одевается. Но пока так оставим, без стяжек. Можно, конечно, хомутики какие-нибудь купить, и с этой стороны также плотненько заходит. Теперь вставляем в однородное место. Притянем. Также мне понадобятся вот такие вот болты. Можно, конечно, чуть подлиннее. У меня коротковатые. Можно докупить. Ну и теперь вторую часть одеваем на наш баллон. Так, открываем. И смотрим. У нас получается шикарнейшее пламя. Хочу показать, да, что это все работает. Смотрим. Вода у нас даже вон со льдом плавает.
минус 0,4 градуса, то есть ледяная. Поджигаем, открывается кран, просто зажигается. И ставим. Можно сюда добавить пламя. Как видно, прям вообще шикардючее. Буквально вот 3 минуты вода закипает, как видите. Можно взять, также разбить яичко. И как видим, это на минимальной температуре сейчас стоит тут. Сделал небольшой апгрейд. Вот эти отверстия рассверлил на 6 со всех сторон. И, конечно, сразу результат получается шикарнейший. Совершенно другой. Смотрите, это прям на минимум. Вот самое маленькое пламя. А вот максимально можно сделать. Также снимаем баллончик, снимаем все это, переворачиваем, открываем, закидываем. Сворачиваем шланг и убираем его тоже сюда. Все это закрываем, и у нас получается вот такая вот компактненькая горелочка. Первым делом в тиски затянул трубу, это у меня 32-я. Сейчас попробуем сделать один завиточек. Получается вот такая вот штука у нас. Вставил сверло двоечку. И сейчас по центру просверлим отверстие. Теперь мне понадобится вот такая вот баночка. Вставляем все в крышечку. Берем холодную сварку, заделывать отверстия по кругу. Из простого бинта сделал такие незамысловатые фитильки, ну не фитильки, это нам, чтобы подача была. И теперь я примерно сделал до сгиба, чтобы дальше не горел, не грелся, не горел, в общем. Теперь нам все это нужно будет ставить. Теперь берем спирт. И опускаем наши фитилечки и закрываем все это дело. Сейчас она промокнет, постоит чуть-чуть. Также нам понадобится крышечка, но это от той же самой баночки, металлическая. Это нам для того, чтобы разжечь. Так, также капнем теперь в крышечку немного спирта. Все делаю с первого раза, даже не знаю, получится, не получится, но попробуем. И ставим теперь сюда. Так, капнули спирту, поджигаем теперь его. Вот, все загорелось. Так, уже появляется характерный звук. Горелочка выходит, а уже вон видно даже пламя. Сейчас мы уберем вот эту, которая сжигает. Во! Слушайте, ну горит классно прям.
Сейчас попробуем затушить. Берем палочку обычную и затушили. Теперь пробуем разжечь. Все обратно разгорается. Прям класс. Взял я обрезок от сваи. Сейчас поставим его вот так вот. И набрал водички. Попробуем, сможет ли у нас нагреть. Горит, конечно, знатно. Прям пламя очень хорошее. Сейчас, наверное, поставлю на ускоренное и уже посмотрим. Друзья, в общем, как видим, вода закипает. Температуры, видимо, достаточно. Сейчас попробуем убрать. Горелочка наша так и горит. Я думаю, получилось прикольно на быструю руку. О, еще горите и горит. Тут еще спирту целая куча. Я думаю, получилась классная горелочка. Спиртовочка. Делается за 5 минут. Берем опять медную трубочку, зажимаем 20-ю трубу в тисочке и накручиваем несколько витков. Капельки прям капну в наше отверстие, чтобы у нас быстрее разгорелась горелочка. Сейчас она разойдется. Жару, конечно, очень много.
Не знаю, какая температура здесь, но сделана была небольшая ошибка. Отверстия были сделаны сбоку, и примус полностью не прогревается, трубочка за счет этого пламя меняется. Но это фигня, если оно для палаточки будет само то. В общем, сделал еще одну аналогичную, только уже трубка восьмерка, и пламя, конечно, гораздо круче. И даже его слышно, как оно гудит. Сейчас я выключу свет. Конечно, эта конструкция поприкольнее, да, такая смотрится с двумя. Но практичнее все-таки с одной. Нечего экспериментировать, делать вот такую. Ну, конечно, каждому свое. Я надеюсь, данный ролик будет полезен рыбакам. В палатке всегда можно будет обогреться. Всегда будет тепло. Запаха никакого нету. Не надо экспериментировать, пожалуйста, никаким бензином, соляркой, керосином. Я вас прошу, не делайте этого. Ну, если будете делать где-нибудь в таком месте, где никто никого не будет, и не показывайте это. Я просто не знаю, не пробовал и не хочу пробовать. Данное, что можно было сделать на спирту. Спирт можно купить, еще раз повторюсь, в аптеке. Стоит 80 рублей 100 грамм. 100 грамм, это, наверное, как раз у нас одна баночка и получается. Друзья, ну, я буду с вами прощаться. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.